Предлагаю вашему вниманию авокадо. Достаточно легко выращивается, но очень долго-долго проращивается. Косточка у меня, по крайней мере, сидела, ну не соврать, месяца два. Так что не теребите ее, если у вас еще не взошло, а просто ждите. На данный момент вырос достаточно высоко, где-то метра полтора уже у меня растение. Конечно, большой толчок дала теплица. То есть, как видите, слизни тоже приняли участие в поедании. Но растение очень колоритное и очень здорово выглядит. Даже если оно не будет цвести, оно прекрасно украсит вашу комнату. Так что, если есть какие-то вопросы по выращиванию, уходу, я всегда готов ответить. Спасибо, до свидания.